В уфимском джаз-клубе выступил американский джазовый певец Тавис Миннер. Он покорил сердца уфимских слушателей своей неповторимой манерой исполнения, харизмой и бархатным голосом. Я не знал, что в России есть столько джазовых музыкантов. Я больше знаком с классическими композиторами, такими как Чайковский. И было очень приятно приехать сюда и узнать, что везде есть группы людей, которые играют джаз и ценят его. Меня это очень радует. Мне надо было определиться, какое шоу можно было бы сыграть в этом клубе. Когда ты исполняешь программу в большом зале с биг-бендом, это совсем другое. Я хотел сделать свое шоу очень развлекательным, и чтобы музыка соответствовала этому стандарту. И мне, кажется, это удалось. Мне очень хотелось взаимодействия со зрителями, чтобы можно было выйти, поговорить с ними. Я считаю, что для артиста важно быть на одной волне со зрителями. Они будут больше вас уважать, если вы это сделаете. У этого джаз-клуба восхитительная акустика и воодушевляющая атмосфера. И я понимаю, почему он существует уже 10 лет. Потому что это прекрасное место, чтобы в полной мере насладиться моментом. Я хочу поздравить уфимский джаз-клуб. Им удалось создать неповторимую атмосферу. Здесь действительно приятно находиться. Здесь отличная еда, прекрасный сервис и восхитительная музыка. По своему определению, джаз — это смесь африканской и европейской культур. И джаз впервые появился в Америке. И мне приятно быть носителем этой культуры, представителем джаза здесь, в России. И я вижу, что русским нравится джаз в моем исполнении.